Всем привет! Вы на канале Шоу Динара. Всем привет! Мне от канала Хвост Четыре Лапы прилетела эстафета дружбы. Сегодня у моей бабушки день рождения. Я буду делать закуску селедка под шубой по-новому. И для этого нам понадобится свекла. Свекла у нас отваренная и натертая на терке. Сельдь. Селедка. Селедка абсолютно любая, какая вам нравится. Морковка. Морковка тоже отваренная и натертая на мелкой терке. Желтки. Яйца отваренные. Мы их разделили на половинки. В отдельной тарелочке у нас половинки белков и отдельно желтки. Лук. Мелко нарезанный. Лук мелко нарезанный. Майонез. Для заправки майонез. Перец и соль по вкусу. И сейчас мы будем начинать делать. Сейчас нам надо смешать свеклу и морковь в миске. И морковка. А сейчас нам нужно желтки размять вилочкой. Ну, в принципе, их и можно и на терке натереть. Я размяла желтки, ну, не очень мелко. И добавляем в смесь морковка со свеклой. Добавляем лук. Все. А сейчас нужно все перемешать хорошо, заправить майонезом и добавить соль и перец по вкусу. А потом селедка. Перемешиваем эту вилкой. Все тщательно перемешиваем. Я тщательно размешала. На, вот такая вот у нас смесь, масса получилась. Прикольно. И сейчас мы будем перекладывать в белки. Сейчас мы будем, половинки белков заполнять этой вот салатной смесью. Так мы заполняем все половинки. Я уже разложила смесь салатную в белки. И сейчас нам надо положить сверху селедку. Да, на каждый ложим по кусочку селедки. Ой, упал. Ладно, вот это возьму. А, селедка, берись. И я уже наложила селедку и украшаем укропом. Так. Вот так бы упал. Ну ладно, буду так. На селедке висит. Вот такая интересная селедка у меня получилась. Я передаю эстафету каналам. Зеленая лягушка Полина, Вика Вкуснова и Красотуля. Готовьте вкусно, быстро и просто. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик. И не забывайте подписываться на мой инстаграм. Ссылочка на мой инстаграм будет в описании. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.